Apple – это компания, расположенная в городе Пьяченца, недалеко от Милана, которая осуществляет продажу онлайн аксессуаров и компонентов для мобильных телефонов. Apple поставила перед Чибер задачу – организовать складирование очень большого количества компонентов и аксессуаров для мобильных телефонов, а также рационализировать операции по подготовке заказов. Компания Apple, работая в сфере онлайн-продаж, высказала особое требование к скорости обработки заказов. Помещения, выделенные под склады, имели достаточно маленькую площадь, поэтому система хранения и управления должна была оптимальным образом разместить весь материал, максимально используя пространство склада. Чибер решила проблему, поставленную компанией Apple, эффективным образом с экономическими инвестициями, полностью пропорциональными обороту компании клиента. Чибер разработала и установила оборудование для хранения компонентов, состоящее из двух вертикальных автоматизированных складов карусельного типа, которые клиент классифицировал как оптимальное решение для его потребностей. Мы благодарим вас за внимание, которое вы нам предоставили, просмотрев это видео, в котором хорошо представлены некоторые идеи, благодаря заслуге технологии Чибер. Мы уверяем вас, что Чибер всегда будет рядом, чтобы изучить проект, максимально отвечающий вашим требованиям.